Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Ну что, ребята, сегодня мы поиграем в игру Warriors Rise to Glory. Ну что ж, давайте выбирать с вами. Я, кстати, не знаю, что мы выбираем, но, видимо, Warrior Title. Что это означает, без понятия. Ага, вот здесь можно рандомно. А можем сами с вами подобрать. Так, давайте мы сделаем, наверное, атаку и защиту. У нас очков-то еще дофига, между прочим. Давайте потратим, наверное, на силу. И все. Больше ничего нету. Здесь у нас 6 очков скиллпоинтов. Я даже не знаю, ребята, куда их потратить. Так, критическая атака, по ходу дела, да? Ну ладно, пускай будет полностью прокачанная. Так, что тут открыть? Не знаю. Пускай будет. Так, тыкнем. Лишь бы было, ребята. Так, а здесь не открывается почему-то. Странно, видимо, нужно прокачать, а может быть что-то получить. Блин, ее бы русифицировали. Кстати, эта игра уже, ребята, 1000 лет в разработке. Версия 0.41. Я уже помню, как 2 года только в нее начинал играть. Так до сих пор и... Ну, по крайней мере, графически она улучшилась. Не настолько, конечно, как хотелось бы, но какой-то прогресс есть. Такое впечатление, что ее делает всего лишь один человек. Так, ну что, ребята, давайте, пока мы здесь с вами в одних труселях щеголяем, нам нужно зарабатывать деньги. Естественно, нам нужно поспать, чтобы наша стамина восстановилась. Хорош дурковать. Вот так вот, получил, блин, палкой по лицу. Ну, что ты будешь делать, откупаться или сдаваться? Я принимаю не меньше 100, ребята. 86, 86. Ладно, получи. Он думает, что так легко отделается от меня. Нет, ребята. Нам нужны бакинские. Вау, я получил следующий уровень. Отлично, мне стал доступен следующий прием. Вот так вот я выгляжу. У нас еще 5 очков появилось. И давайте, наверное, может быть, сердце. Давайте-ка вот здоровье с вами увеличим маленько. Так, и надо зайти, наверное, в инвентарь. Что у нас здесь? Ага, ножичек и ботинки. Деревянные причем. Так, можем мы купить? Позволит и себе. Фу, ребят, конечно, можем. Тогда не будем откладывать все это в долгий ящик. Вроде бы прикупились, давайте теперь оденем. Я вот представляю, да? С бочкой на лице выходить на ринг и еще драться. Это полная жесть. Вау, вау, вау. Смотри, смотри, смотри. Игра подлагивает. Ладно. И у нас с вами следующий противник, которого звать Виктор. Ну что же, Виктор, давай посмотрим, из чего ты слеплен. Блин, ну что ж ты так? Эх ты, Виктор, ну сколько ты мне дашь бабла? Я говорю, соточку, не меньше. Что ты там мне дал? 84, не канает. Да, ребят, ножичек нужно поменять. Он меня не устраивает, слишком коротенький. Так, ну что же, 244 серебряных, плюс 10. И, блин, ничего больше не получили, жаль. Ладно. Скоро откроется турнир, по-моему, да, ребята? Откроется, и если мы туда пойдем, назад уже пути не будет. Так, мне нужен хороший топор. Ну, это ближайшее, а там чего не хватает? А, 12... 12 силы нам нужно будет раскачать. Так, давайте-ка мы топорик-то поставим. У него убойка, будь здоров. Я надеюсь, что мы сейчас с вами заработаем бабла. Причем довольно хорошо. Погнали. С характеристиками мы не будем разбираться здесь, как говорится, все это слишком долго. Что ты там танцуешь, а? Я тебе сейчас попляшу. Оп! Блин, промахнулись, ребят. Оу! Так, стрела. Ну, она мне не нужна, ребят, потому что лука у меня все равно нету. Так, мы отдохнули оба. Вот так вот, отлично. Прям по чайнику. Последняя вот деревянная броня разлетелась. Ну, давай. Или кирлык тебе. Сколько? Тебе повезло, братишка. 110 он мне дал. Ну что ж, пришлось его пощадить, ребята. У меня кодекс чести такой. Когда за соточку щадим. Так, и мы получаем с вами 3 уровень плюс 1 скиллпоинт. Еще заработали.
Так, давайте зайдем в характеристики. 5 очков у нас здесь, это по стандарту. Вот, сила у нас уже 13. Соответственно, мы с вами можем взять тот самый большой топор. Ну а по очкам, по скиллпоинтам, я, честно говоря, не знаю, что тут изучать. Painful Bash, тяжелая атака какая-то. Ну ладно, пускай будет. У нас будет тяжелый топор. Может быть, мы с вами развили под тяжелый удар. Ну, в общем, все идет под тяжелое. Оу! Слушай, ты мне раздражаешь. Он еще уворачивается. Так, у него ловушка сейчас под ногами будет. Какая, интересно мне знать. Оу, шипы. Я отдохну маленько. Так, он слез. Тогда и мы отойдем. Так, что у нас тут получается? Ну, по здоровью я покрепче, ребята, буду. Так, он танцует. Не знаю, что он тут себе это... этим... Опа, мимо. Отлично, мне повезло. Так. Да, ребята, никаких проблем. Что он там сзади с рогаткой, какие-то шарики. Ну что, ждем, ждем. Ах, ты так. Ну, будь по-твоему, ребята. Казним. Думал вначале помиловать, но слишком дерзкий он был. Так, ну и что у нас? Опыта маловато. Пока ничего. Скоро откроется турнир. Я не знаю, сколько еще боев. Наверное, штуки 2-3 мы и сделаем. И пойдем уже туда. Так, давайте-ка мы с вами посмотрим, что у нас. Да, мы можем взять вот этот топор. Хо-хоу! На плюс 9 он увеличивает атаку нам. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не завидую нашим врагам, ребята. Ну что ж, поехали в дуэль. И у нас тут Яран против нас. Ага, он взял в руки рогаточку. А вот это ты зря, конечно, парнишка. Оу, а ходит-то он далековато. Ты смотри-ка, пинка мне прописал. Ну что ж, сейчас будем его лупить. Опа, ребята, вот это был крит. Я просто за удар снес ему всю его броню. Ну давай, щенок, откупайся, сколько? Не катит, ребята. 99, ну приближенно до 100. Ладно, фиг с ним. Пускай живет. Одну монетку мы ему простить можем, я думаю, да? Что же, 379 серебряных и плюс еще 18 за бонус. Так, и в общей сложности... Оу, а чего у нас так мало? 440 всего лишь, да? Хм. Меня это не устраивает. А нам еще нужно одеваться, ребята. Так, не хватает, да? А что нам нужно вообще, а? Броню железную, конечно, мы с вами обязательно приобретем. Но чуть-чуть попозже. Я боюсь, что турнир откроется, и мы уже ничего не успеем с вами здесь купить. Так, ладно. Давайте с этим разберемся, с чудиком, который... с рогаткой. Опа, извини, братюня. Так, 15 серебряных подобрали. Что же, будем наказывать его? Оу. Все-таки достал меня. Так, сейчас пропишем, ребята. Сейчас... Оу, броню вообще мне снес. Ну-ка, на, щегол. Ну, твое последнее слово, братюня. Либо-либо. Ах, вот так вот. Ну, будь по-твоему. Все. Блин, представляю, такой удар. Аж лезвие зашло наполовину в голову, блин. Офигеть, мы жесткие. Так, и... Да, вот у нас новый уровень, 4-й. И мы получили скиллпоинт очки. Надо все это, естественно, нам потратить. Так. Что нам нужно в магазине? Давайте мы глянем, какие параметры нам нужно качать. Слушайте, а нам уже все хватает почему-то. А, не хватает только лишь денег. Так, о, смотрите, какой я довольный, ё-моё, а. Но все равно, в любом случае, нам нужно увеличивать. Так, давайте сюда маленько и сюда. Все. Так, вот мы так вот, наверное, сделаем. На защиту маленько. Так, и скиллпоинт. Куда-нибудь его поставим. Что это такое? Опять же, какой-то урон. 3%
бонуса получаем к чему-то. Оу, ребята, а вот и турнир. Вот турнир. Барбариан, как видите, во главе тут стоит. И у нас Марко. Давайте. Ох ты, ничего себе, ты шустро начал, братюня. Тебе не кажется так, а? На. Сколько у него, ребята? Так, ух ты, а бьет-то он неплохо. Да ладно, уже броню мне снес. Так, ты допрыгаешься, по-моему. Орк зеленокожий. Блин, тоже надо поспать-то, ребят, пойди-то. Так, ну что, 16 хп у него осталось. Будем, наверное... Все, 3, должны победить мы его. Так, поспим. Он тоже поспал. И мой удар. Блин, промахнулись. Он тоже? Есть. Да-да-да-да-да. Орочи, отродье. Прибить бы тебе прямо сейчас. Но что ты там. Так, 129. Блин, я не могу, ребята, его пожалеть. Придется завязывать. А почему? Почему-то я не смог его пощадить. Странно. Ладно, продолжаем. Так, и у нас кто? Кто там против нас? А, Райро. Райро или Райко? Райко. По-моему, Райро. Ладно, не имеет значения, в любом случае будем с ним разбираться. Все какие-то они, блин, неестественной кожи цвет у них. Фиолетовый. Монстры какие-то, ё-моё. Поэтому таких не жалко, ребята, к ногтю. Что он там отошел? Куда ты отходишь-то, а, родной? Иди сюда. Ты задолбался своей рогаточкой тут шмалять. На-ка, вот. Истинный удар. Вы посмотрите на его физиономию. Ё-моё, что у него там за проплешина? Черт подери. У нас у всех какие-то довольно жесткие удары. Буквально броня сыпется с нас. Так, ребят, у него 1 единичка хп. Если я его сейчас нечаянно задену, хотя бы даже локотком. Да, и я это делаю. Хе-хе. Ну что, олух, здесь, по-моему, откупаться не получится, так что придется тебе погибнуть. Ну-ка, посмотрим. Да, к сожалению, я не могу взять твои деньги, хотя и рад был бы. Эх, печально он закончил. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. И у нас... Вот, мы против Франка, ребята. Так, ну, либо я, либо он, а потом уже будем драться с самым главным. Так, ну, все равно я вижу, что мы как бы немножко сильнее его. Немножечко совсем. Так, он танцует. Так, броня у него практически такая же, как и у меня. Но шлема уже у него, к сожалению, нету. Так, поспали, стамину обязательно нужно восстановить. Ох, ничего себе он! Вот так вот, ответочкой мы должны... отвечать его. Так, мимо, блин. Он тоже промахнулся. Черт бы его побрал. На. Так, ребята, 9 хп у него осталось, ну. Да ладно тебе. Так, он меня пнул. Так, стамину восстановили. Он тоже. И попробуем, есть. Да, ребята, мы его нагнули. Ну что, все. Пришел твой черед. Да я понял, понял. Раз ты так настаиваешь, держи. Отлично, ребята. Все очень замечательно. Ну, нет. Уровень мы с вами, к сожалению, не получаем. И скиллпоинт тоже. Итак, ребята. Мы будем сейчас с Вартиганом драться. Это у них местный чемпион. Барбариан. Так, смотрите, у него... у ворот будет получше. А у меня атака буквально на 1 единицу. Смотрите, у меня дерево. Броня деревянная, а он весь в железе. Причем у меня 31 хпшка, у него 52. Ох, не знаю, что у нас из этого выйдет. Ох, не знаю, ребята. Ну, будет... Оу, щет. Всю броню мне практически ударом одним снес. Что, стамина кончит? Как-то быстро очень она заканчивается у меня, вам не кажется? Опа, отлично. Фух, повезло, что он промахнулся. Так, ребят, мы практически сравняли. Нет, ни хрена мы не сравняли.
Я не знаю, сзади, ребята, стоит пробирка с отхилом, но... О, вот это хорошо, мы его сейчас... Блин, да еще вот так вот. Ай, 42 здоровья у меня и 37 у него. Ну, либо-либо, ребят, третьего не дано. Сейчас звезданет, нет, промахнулся. Итак, мой выход, пятнарик. Фух, мы просто ходим с вами по острию. Если я сейчас промахнусь, есть, я, ребята, попал по нему. Хе-хе, ну что, вертига? Что ты? Тебе каёк, да-да, ты правильно показываешь. Все, тебе край. Хорош быть чемпионом. Теперь здесь буду я чемпионом. Новый чемпион. Открыто достижение у меня, ребят. Хе-хе-хей. Так, я получил какой-то сундук. Угу, обязательно посмотрим, что это за сундук такой. Есть. Джигабу. Теперь чемпион. Так, 5 очков я получил. Давайте, ребята, их потратим по-быстренькому. Представьте, да, он был в железной броне, а я вот в этих вот деревяшках его победил. Но это говорит только об одном, что дальше будет жестче. Там будут такие, блин, враги, что... Что, мама, не горюй, короче. Так, ну я вижу, что у нас какой-то сундук. Я не знаю, для чего он там вообще нужен. Вот броню нам нужно покупать однозначно. Ох ты, смотри, какие тут красивые броники. Ну что же, кирасу я взял. Давайте оденем. Отлично смотрится. Что это за сундук, я не могу понять, а? Что он делает? Не понял. Это что такое? Ах, вот так вот. И нам достается, ребята, броня. Деревянная. Потом металлические поручни и металлические поножи. Понятно, короче, для чего этот ящик. Обычный, так скажем, ревард. А как вот его... Ну-ка, во, отлично, все хорошо, ребят. Так, и давайте шорты. Ну, так, выгляжу средненько. Теперь будем смотреть, какие у нас, ребята, здесь противники. Ё-моё, Корнель. Какой-то там британский рыцарь, что ли? Опа! Ты хорош, завязывай так шутковать-то, парень. Так, у него 52 здоровья, у меня 59. Ага, он поспал. Нам тоже, по идее, надо. Отходит. Правильно делает, потому что тут ловушка огненная. Я туда, ребят, тоже не пойду. Я лучше буду копить себе вот это вот. О, у него есть лук. А вот это плохо, сейчас будет по мне стрелять, гад. Оу, и попадает еще при этом. Слушайте, нужно его... О, тихо, ловушка, ребята, прямо подо мной сейчас. Опять какой-то там огонь вышел. Во, он подошел. И это мне на руку. Пока он поменяет оружие на ближний бой, соответственно, он пропускает ход. Сейчас ударит, да? Оу, щет. На, гад. Ой-ой-ой-ой-ой, 51 здоровье у него, уже даже меньше, 36. Пытаемся, ребята, разобрать его на шипы, хорошо, как ему, наверное, понравилось. Он лук взял, серьезно, что ли? Дурило. Так, может быть, еще как-то его... Ай-яй-яй, промахнулись. Он достает меч свой. Блин, да я не могу попасть по нему, ребят, просто элементарно. Блин, 18 очков у него здоровья. Тут буквально один раз попасть, метка. Осталось всего лишь 7. Ну-ка, есть. Хе-хе-хе-хе. Ну что, дядя, будешь откупаться или нет? Стопудово будет. Ну-ка, сколько ты там мне? Во, вот это нормальная сумма. Живи, гаденыш. Занюхни, как говорится, пердежа. Ну что же, пока неплохо, вау, 622 серебряных монеты мне дали, плюс бонусом еще 121. Поехали, продолжаем. Так, сколько у меня? Блин, денег маловато. Зайдем-ка мы сейчас в шопинг. Так, посмотрим, приценимся. Ага, да, цены действительно здесь кусаются. Так, продадим вот этот вот хлам ненужный. Хватает на что-нибудь?
Так, ботинки можем взять. Это, кстати, римские у нас. Римские поручни. Так, эй, такой довольный, блин. Давай, одевай. Вау. Вот, подожди, подожди, подожди. Я хотел просто продать, видимо. Видимо, здесь нельзя продавать, да? А здесь он сразу меняет. Да, ребята. Нажимаешь на правую кнопку, он меняет просто-напросто. А в магазине он сразу же это дело продает. Поручень где-то внизу. Так, ну что, против нас Эмиль. Или Эмиль, не имеет значения. Так, опять он переключается на лук. Свою танцульку врубил. Надо нам... Черт, нифига, на 11, представляешь? Еще на 16. Блин, а мне к нему не подойти, ребят, потому что рядом ловушка. Опачки, а вот это уже хреново. Тут уже не до шуток, вы посмотрите, что происходит. Джин-коллектор какой-то, открытое достижение новое у меня. Ой-ой-ой, да он меня сейчас так разберет, ребят, действительно, издалека просто-напросто расстреляет. Я даже ничего не смогу сделать. Как у тебя до хрена стамины, ты че, блин, вообще робот, что ли, не спать тебе не надо. Ага, переключился опять на ножик на свой. Ой, у него еще, ребята, есть броня, а у меня брони нету. У меня уже пошло чистое здоровье. Ай, промахнулись. Черт, мне не подойти к нему. Или можно, в принципе. Ладно, давай отдохнем маленько. Ну, я так и думал, что будет брать лук. На! Так, он все дальше и дальше отходит. Мне не достать его будет. Зато как он хорошо достает меня, а? И опять ловушка. Ёпарасоте, а. Ну, 5 единиц осталось. Лишь бы прокатило, ребят. Есть. Хе-хе, я его все-таки наказал. Ну, хотя очень было опасно. Ну, что ты смотришь из-под лобья? Что-то мне там свои 113, блин. Ладно, ребята, будем жалеть этого щенка. Хотя оружие у него противное. Он, знаете, он такой, давал мне монетки, а у самого за душой аж. Ах ты типа гад, ну я только выживу, потом тебе устрою. Только лишь это меня смутило. А так бы, конечно, бы я взял бы деньги. Так, ну что же, ребята. Дуэль, продолжаем. И у нас здесь брат Шаф. Это кто такой? Так, что это мне тут за предупреждение такое? Быстрая атака, это у него что ли быстрая атака? Ну иди сюда, будем тебя наказывать потихоньку. А, ребят, я все, я понял. Нам нужно за отведенное время успеть сделать удар. Вон там наверху идет отсчет. Ну что, в принципе, блин. Ну-ка, о! Хорошо, мы ему сейчас пропечатали. Просто великолепно. Так, у него осталось 26 здоровья. О, он промахивается. Ага, хорошо, ладно. Опа! Все, еще 7 осталось. Он никуда уже не денется, ребята. Но что-то там, ножичек свой достал. Он тебе не понадобится. Эх, промахнулся. Говнюк, на-ка! Ох, как замечательно. Наказание, как говорится, было. Как Раскольников в свое время. Да-да-да-да-да. Я с тобой полностью согласен. Хана тебе. Забираем твою душу, она мне нужна для скиллпоинтов. А ну-ка, сколько нам дадут денег? 416 и 52 серебряных. Замечательно, ребята. Ну, а мы с вами, естественно, продолжаем. Так, у меня 1223 серебра. Давайте-ка зайдем в магазин и посмотрим, что у нас тут можно приобрести. Абсолютно ничего. Да, расценочки тут кусаются, ничего не скажешь. Так, Юсуф против нас. Ну что же, Юсуф, блин, а что у них за мод, ребята? Они все почему-то ходят именно с мечами. С мечами, с ножами. А я с топором. Опа, промахнулся. Тяжелая атака, почти на тридцаточку, ребята, я его приголубил. Отлично. От чего зависит, интересно, вот эта вот меткость? Опа-на, неплохо. Сколько?
Сколько, ребят, вы посмотрите, у него 116 здоровья, ё-моё. У меня-то всего 70. Он еще выкаблучивается, а? Ты посмотри на него. Опа! Черт бы его побрал, а? Я не должен здесь проиграть, ни в коем случае. Я не для этого рос и выступал на гладиаторских боях, чтобы вот так вот просто погибнуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, два здоровья всего осталось у меня. Это, по-моему, будет финиш. Это будет финиш. Сейчас он достанет свой лук, да? Один разок по мне стрельнет, и все, я проиграл. Нет, прошу, не делай этого. Иди сюда, рыжая борода. Поговорим по душам. Фух, повезло. А я пока потанцую маленько. Что ты там тоже пляшешь, упырь? Опа, мимо. Слушайте, может быть танцевать вот так вот почаще? Смотри-ка, решил подойти. Опа, на двадцаточку. Отлично, ребята. Но у меня-то всего 10 здоровья. Куда мне тягаться-то с ним? Черт подери. Оу, нет. Нет, нет, нет. Живем еще. Еще на два. Все, ребята. Вот мы и отжили. Хотя, подождите, мы же можем, наверное, откупиться. Отдадим ему денег. Сколько, я даже не знаю, сколько мы себе можем позволить. Давай попробуем вот так вот. Черт. Довольный. Ну, я тебе припомню. Так, ребята. Жизнь у нас сохранена. Мы начинаем не с самого начала. У нас еще 612 серебра. Да, соперничек Гамба. Угу. Он силен, у него 17 силы, а у меня всего лишь 13. Но здоровье-то у него поменьше будет, чем у меня. Ну, тогда давай веселиться. Так, что ты там со своей рогаточкой никчемной? Она тебе не понадобится. Воу, смотри-ка, у него какой тесачок там. Будет получше, чем у меня. Не надо меня пинать в огонь. Оу, 36. Просто с удара снес мне. Так, что он там? Скорость к движению подобрал, да? Бонус. Сейчас ловушка подо мной откроется. Это, наверное... Ай, горю. На! Чёртово горение, как оно меня бесит, а? 3 единицы отнимается... Ежесекундно, блин. Да нет, не 3. О, он меня еще и пнул туда, гад. Ага, загорелся тоже олух. О, как два дурачка тут будем сейчас стоять, орать. Так, ребята, у него 12 здоровья. Как говорится, нужно пробивать. Черта с два, неужели все это конец, ребят? Нет, еще не конец. Ай-яй-яй-яй-яй. Да когда ж ты сгоришь-то, чебурашка, блин? Была не была. Да ладно, блин. Да как же так, а? Ну там оставалось совсем ничего. Ребят, придется, наверное, откупаться. У нас там было 600 с лишним, да? Ну давай попробуем. И много неохота, и мало неохота. Я не знаю, мы можем ему мало дать. И он меня пожалел. Хе-хе-хе. Одурманил, гад. Эх, лучше бы, конечно, надо было принять достойную смерть. Но, ребята, хочется пройти дальше и посмотреть. Так, что у нас тут? Давайте, ребята, сыграем с вами в кости. Все, надеюсь, знают правила. Я, по-моему, как-то в прошлых сериях объяснял. Так. Ага, одну атаку ему сделал. Так, что у нас тут получается? Одну атаку он мне делает, да? Ладно, бросаем кости. Во, хорошо. Это у нас возвращается. 3 атаки и 1 защита у нас. Хе-хе, ну что? Так, у него 3 атаки по мне, да? Почему ты делаешь... А, у меня же была броня, да. Так, здесь получается... Что? Что это такое? Я могу как... А, вот. Эти возвращаются, значит, я ставлю себе защиту... атакую. Ну да. Черепок, это означает, что снимает с меня здоровье или броню. Так, смотрите, у него защита. У него 2 брони уже и атакует по мне, гад. Слушайте, у меня 3 здоровья всего осталось. Что-то как-то не фартит, ё-моё. Ну, одну атаку я ему пропишу, а другую по себе. Хе-хе.
Чё-то как-то не айс, не задалось. Оу, три атаки по мне. Все, ребят, я здесь проиграл. Это явно. Можно, конечно, переиграть. 200 серебряных мы с вами потеряли. Так, давай, вот это я понимаю. Ребят, сейчас на 3 атакуем его. Вот, хорошо. Так, он меня тоже на 3. Вот гаденыш, повторяет. Ладно. Так, что у нас тут? Одна атака врагу и одна атака себе. Так, здоровье у нас с ним сравнялось. Замечательно. Так, что вот здесь получается? Ага. Он ставит себе броню. Одну атаку себе и другую мне прописывает. Гаденыш. Ну что же, ладно. Бросаем опять кости. Ой-ой-ой-ой, только не три мне. Ребята, ну как так? Черт, сам себя наказал. И одну атаку ему, естественно. Да ладно, ну, ребят, это уже несправедливо. Смотрите, три атаки по мне. Все, крышка. Я все так серебро сейчас, по-моему, разбазарю. Да, уже разбазарил. Сколько у меня? Оу, ничегошеньки не осталось. Если мы сейчас с вами напоримся на какого-нибудь крутого дядьку, который меня тут просто прижучит, я даже не смогу откупиться. Ой-ой-ой-ой, на! Нифига ты, мамба такая, блин, рыжая. Под шлемом была. Так, стаминка обязательно нужна. Стамина, да хорош уже лупить, а? Говнюк. Промахнулся, хорошо. У него уже пошло тратиться, ребята, здоровье. Посмотрите на его физиономию. Такой олух. На. Да, ребята. Медбаг. Получил свое. Ну, будешь откупаться или нет? Чую, а. Думал, что нет. 140. Ладно, живи. Как говорится, меня щадят, и я буду щадить. Так, во, серебро. Почти 600 серебряных, ребята, мы с вами получили. Это замечательно. 626. Дуэль, продолжаем. Тут у нас кто? Ашур. Ну, давай посмотрим, что это за Ашур. Ага, сразу же схватился за лук. Так нахрена ты подходишь ко мне, если ты взял лук? Я не понимаю вот этого идиотизма. Че он там? Танцульки свои, да? Ладно, хорошо, танцуй. Вау, на 26 я его пригрел. Так, что это у меня за... А, Energy Boost. На, блин, промазали. Ты хорош уже об меня пятки свои вытирать, блин. Ай, на 17. Опа, а мы на 22. Все, поменял, ребята. Лук свой. И сейчас будет, наверное, потихоньку прописывать мне. Нет, промахивается он. Оу. Так, ребята, смотрим. 44 здоровья у него осталось. Это буквально два хорошеньких удара. И ему финиш. У меня... О-хо-хо, вот это вот был крутой крит. Ну что, парнишка, все, извини, твоя песенка спета. Дай мне меньше сотни, и тебе хана. А он дает хорошие, ребята, деньги. Придется его пожалеть. Молодец, песик. Полежи там маленько. Ну что же, Spoil of War. Так, блин, чуть-чуть не хватило нам, ребят, до уровня. Замечательно. 1403. Ну-ка, забегаем быстренько в магазин. Шуршим, как говорится, по полочкам и смотрим, что мы можем с вами купить. Ни хрена абсолютно. Даже топор. Ага, для топора нужно 16 силы. Вот оно в чем проблема-то, ребят. Ну, кто у нас тут? Десба. Ничего себе, блин. Что это за злой такой дядька, блин? С топором-то, кстати, мощным он. Так, здоровье, здоровье практически у нас одинаково с ним. На 9 единиц он, конечно, превосходит. Но энергии у него на порядок больше. Так, это называется кто кого перетанцует. Опа, на 24 кританул. Ай, какие у него... Так, подожди, ловушка, блин, ловушка, ребята. Оу, нет. Я еще и загорелся, а? Черт, подери, у меня и так здоровья мало, блин. Дай-ка я попробую, может быть.
Энергетика надо взять. Так, пускай подходит, пускай подходит. Ну, давай, 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 подходи. Подходи в ловушку, гад. Нет, танцует, блин, а. О, сейчас я чувствую, меня пнут, и я попаду опять в огонь. Ай, блин. У него сколько еще брони. Оу, ты посмотри. Ты посмотри, как все хитро он раздумал, продумал. Ё-моё. Все, ребята, тут по ходу дела кранты. Все как-то под меня это дело вставало, все эти ловушки. Вы посмотрите, не под него, а именно под меня встают ловушки. Постоянно причем. Все, 15 здоровья, это никуда не годится. А у него еще 79. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и как с таким вот дурачком собладать? 56 у него здоровья. Оу. Так, хорошо. Ну, или-или. Блин, промахнулись. Все, ребят, по-моему, приплыли. Сейчас он заколбасит. Или нет? Пнул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Два здоровица всего лишь. И сзади, ребята, ловушка. Ну, ай. Все. Вот гад. Вот гад, а. Пнул меня в ловушку. Вот чмошник. Ладно. Получится, интересно, или нет? О, у меня таких денег нет, по-моему. Давайте, наверное, вот так вот. Возьмет, нет? Ах ты жопа вонючая. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых следующих видосиках. А на этом все. Всем пока и удачи вам.